Привет, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Азаровский, со мной Ярослав. Мы рады вас приветствовать в Лермонтово. Это такое место на берегу Черного моря, после Джубы, перед Сочи. И вы, может быть, были здесь. В прошлом году было подтопление, смыло всю набережную. И я вам предлагаю посмотреть на то, как выглядит здесь все сейчас. Я думаю, что это будет интересно и полезно для тех, кто собирается в этом году в эти места отдыха. И сразу обратите внимание, пристройка к гостинице идет. Называется, они соревнуются, кто ближе к дороге выстроится. Это, конечно, фантастика. Другая тема, что там в районе моста пешеходного находится блокпост, который сейчас со стоп-контрол проверяет всех тех, кто едет. То есть надо обязательно остановиться. Здесь будет, скорее всего, небольшая пробочка со стороны Джубы, когда будут двигаться. Нас не проверяли, но мы останавливались. Сам поселочек, он от моря уходит туда вглубь. Здесь есть столовые рынки, ну, все, что вам может понадобиться. Чтобы перебраться на эту сторону, прийти на пляже, либо надземный пешеходный переход, либо вот в этом месте тоже есть пешеходный переход. То есть туда дальше мы видим, что очень много гостиниц. И это место выбирают очень многие люди, потому что в хорошей бухте находится и довольно-таки классные отзывы о нем. В прошлом году здесь шли огромные потоки воды, которые смывали все на своем пути. И многие даже не могли себе представить, что такие моменты возможны. Прям пугающие кадры были, как смывают кафе. То есть страшно себе это, конечно, все представить, что здесь происходило, потому что уже большинство мест восстановлено и выглядит довольно-таки симпатично. Но все же остались и те места, которые говорят о том, что здесь было все страшно. Недавно буквально здесь вытащили машину из моря. До сих пор находят, потому что машин подсмывало огромное количество. Вот вы видите, здесь сейчас последствия. Здесь уже, видите, отсыпали, а до этого это было смыто. Вот так вот выглядит море, солнце. И песок. Ну, песка здесь нет, гальки. Да нет, песок есть, вру. Так, ребятки, даже еще не попав на пляж, мы видим, что здесь кто-то подымался, очищался от нефти. Видите, такие черные разводы на тротуарной плитке. Вот здесь вот люди также чистили свою обувь. Это говорит о том, что нефти на этом пляжике тоже будет в избытке. Это, на самом деле, очень печально. Такой мелкий песочек с камушками перемешку идет. Собачки есть. И это последствия шторма. Видим, что собирается мусор в кучке, то есть пляжики убираются. Это на самом деле очень хорошо. А вот это вот все наше любимое ОНО. Вот видите, выбросы лежат. Нефтянка. Причем, ой, к сожалению. Вот и камушки, то есть на пляже надо быть аккуратным. Весь берег то же самое здесь в нефти. И все молчат. У нас на побережье все хорошо. Прикиньте, ребят, то есть мы находимся в Лермонтово, были вот на Джубге на пляже, и там тоже везде нефть. И везде в СМИ тишина. Как так и надо. Вообще прям грусть, печаль, тоска у меня от этого. Прослушал, нашел нефть? Да, да, да. Все в нефти, да? Да. Такая грусть, печаль. Ну, вот так вот выглядит море. Набережная, конечно, выглядит тоже побитая после штормов. Еще, наверное, к сезону не привели. Потом будут все это убирать, чистить. Ну, дай бог, чтобы было все хорошо. Убивает наше Черноморское побережье. К большому сожалению, можно констатировать этот факт. Нашли мы друга. Он нам приносит палки, заставляет играть с ним. Вообще прям крутяк. Пойдемте, пойдемся по набережной, посмотрим, как ее сейчас ремонтируют, что здесь нового интересного появляется. Самое главное, не влезть вот в эти все моменты. Сейчас, кстати, посмотрим. Ну да, вот, да. Тоже, да. Видите, даже все лестницы вот, в нефти люди чистились. Попался я или нет в капкан? Вроде чисто. А вот тут нет, не чисто. Тут я попался, короче. Одной ногой вот я зашел в нефть. Пожалуйста. Жаль. Старался, честно, смотреть под ноги, знал о том, что оно здесь есть, но мне не повезло. Итак, восстановление набережной здесь не идет. Ну, тут что-то в прошлом году восстановили, а вот туда дальше, я смотрю, что там плиточку-то перекладывают. Там будет поинтереснее виды. Ну, как ни странно, да, вот мы были в Кабардинке, там прям кипит жизнь, работа идет, все же готово к сезону. Здесь тоже что-то как-то шатка-развалка, как и у нас, никого нету. Прям тишина и спокойствие на набережной. Ну, хотя вот здесь ребята немножко ведут какие-то строительные работы, готовят свое заведение, наверное, к запуску в этом году.
Будем посмотреть, конечно, как будет дальше, но сейчас все слишком медленно идет. Тут, смотрите, мы дошли до места, где было как раз-таки самое большое смытие, именно береговой линии смыло набережную. Здесь мы видим, что устанавливают новые столбики, устанавливают новые балясинки. Это все будет проливаться бетоном. Такая вот система, уже столбы, видите, причем залиты. Вот так вот. Все реализуется, он, пожалуйста, дорого, богато будет, очень красивое место. Здесь уже заливаются пятачки для установки новых объектов торговли и жизнедеятельности. Там идет у нас восстановление гостиницы, отель что-то очень сильно пострадавший, но работы ведутся, это тоже очень хорошо. То есть вот вам, пожалуйста, даже на набережной в Лермонтово устанавливают красивые бетонные с балясинками ограждения, покрасят белый цвет, и будем ходить, как бедные напчане, жалеть, что у нас пластиковая хрень, блин, ржавеющая, уничтожающаяся с той же самой скоростью, как и до этого хрень стоявшая. Вот так выглядит он даже очень симпатично в плане того, что идет работа, и значит, будет все хорошо. Лермонтов на этом мангале, я так понимаю, что, наверное, самые поэтичные шашлыки были. Бар находится. Здесь очень много мест, думаю, до боли знакомых тем людям, которые сюда приезжали. Видно, что тоже стараются привести порядок. Ну, как порядок настроить? И еще один этаж, чтобы зарабатывать больше бабла. Это все происходит прямо на пляже. Вот такие дела, друзья мои. Бабло побеждает все. Идешь такой по набережной, хочешь выйти на море, подходишь, а тут, короче, свалка. Ты думаешь, да ну нафиг. Не, ну это все уберут, друзья, к сезону, и смотрите, сколько песка на пляже. То есть раньше всегда думал, что Лермонтово, ну это каменные пляжи, а здесь действительно песчаное побережье. Че нет-то? Какой камень? Вы о чем? Песок. И больше ничего. Клево причем смотрится. На песочек такие вышли, пойдем посмотрим. Как это со стороны смотрится. Ништяк. Камень уплыл в море, остался только песок. Ну, вот так вот, ребята, смотрите, какие виды. Влево можно посмотреть, вправо. Здесь песчаные пляжи, правда, много мусора на них, но, как говорится, все мелочи жизни. Потому что дальше мы идем. Тут ребята отдыхают прям отлично на пляжике. Первые, по-моему, единственные, кто прям в купальничках загорает. Ну, собственно, почему бы нет. В таких местах это нужно делать, особенно при самом теплом море. С семьями гуляют. Тоже очень хорошо. Очень грустненько смотрится вот в этих местах пляжа. Здесь тоже шла большая вода, которая в реку не поместилась. И все смывало на своем пути. Машины и дома частично уплывали. Все укрепления, видите, пока здесь восстановление не произошло еще. Здесь, я так понимаю, пытались очистить пляжи путем сжигания всего, что было на их пути. Не знаю, повезло, не повезло. Теперь тут такие вот прям нелицеприятные моменты. Кострищ, потом трактор загонят, перепахают, этому ничего видно не будет. Так вот нефть лежит, тает на жаре. Печалька. Главное так не прилечь в одежде на нефть, а то будет прям очень грустненько. Мы дошли до пирса и попробуем сейчас под ним пройти, посмотреть, как оно выглядит здесь все. Бля, подписан тут, оказывается, какая-то свалка. Вот так, виды красивые. И в эту сторону у нас уже река Шопсуга впадает в море. И вот именно она принесла очень большие воды. Хорошо, трасса не пострадала, там все выдержало. Там с той стороны есть, кстати, пирсы, прогулочные кораблики. Пришвартовываться, и можно в море поплавать, какие-нибудь экскурсии. Выглядит все это вот так вот, достопримечательность. На пирс мы, ребят, в этот раз не пойдем, ну, как бы там не особо ничего интересного нету, а летом, я так понимаю, что там на морские прогулки тоже приходят люди, либо за денежку прогуливаться. Вот, в общем, напишите, будет интересно. Здесь находятся кемпинги, с левой стороны там было написано, можно заезжать с палаткой. Сюда тоже перекрыто шлагбаумом, можно выезжать с палаткой. То есть это все за денежку. То есть бесплатных места остаются в нашей памяти, только, дамы и господа, потому что когда-то можно было приехать, там встать. Здесь сейчас все
возможные кусочки берега, конечно, к сожалению, перегорожены. Мы сейчас пройдем по опять восстанавливаемому побережью. Я вижу, что плитка завезена, там работают люди и готовятся к тому, чтобы пляж на к лету открылся, потому что, ну, так сказать, засилия рабочих мы не видим. И вот с берега выглядит вот так вот именно береговая полоса. Дальняя сторона, если смотреть на море, левая часть пляжа, откуда мы начинали, она перегорожена. Летом туда платный проход, но вот если подняться туда в гору, там есть спуск на дикий пляж и возможно пройти на ту часть пляжа. Я отдельно ее снимал, можете посмотреть у нас на YouTube-канале Юрия Заровский, она есть. И выходим на набережную, которая также полностью смывала непосредственно в прошлый потоп. Аквапарк Лермонтова. Так он выглядит. Говорят, что после потопа он был закрыт. Сейчас я вижу, что вроде территория хорошо выглядит. Я думаю, в скором времени запустятся. Такие фигурки потрепанного Чебурашки выдержала настиг стихии. И здесь мы уже можем видеть как раз таки, что тротуарное покрытие перекладывается после того, как оно пострадало. Завезена плиточка, ну, либо собрана с этих территорий. В общем, тут посмывало все, ребят. Я думаю, что Лермонтова, те, кто отдыхали перед потопом, сейчас, в принципе, и не узнают. Самое главное, что работы ведутся, хотя бы кто-то работает и пытается к сезону успеть восстановить все эти покрытие, чтобы было идеально и вам было приятно приходить. А так тут была белокаменная набережная, то есть вдоль всего этого прогулочная зона. То, как мечтают во многих городах все это облюбовать. Ну, пришла большая вода и сказала, что не, ребят, вы не правы, здесь мое русло, я тут жестикла. Там вообще кто-то сжигает мусор прямо на улице вдоль трассы. Прикольно. Вот видите, насколько сильны были усилия воды, что просто, ну, посносили. Ну, была набережная, то есть, честно говорю, туда вдаль она уходила. Сейчас ее пытаются восстановить полностью. Все эти болясинки, все было смыто целиком. И нет ничего. Это то, что осталось, так сказать, и выдержала настежь. С той стороны тоже плитку поснимали. В общем, грусть, тоску навевают, конечно, такие виды уничтоженных берегов. Вот мы с левой стороны проходим, как раз стоп-контроль, два полицейских стоит, контролируют людей слева и справа. Дорогие друзья, мы вам показали обзор Лермонтова, как сейчас выглядит перед сезоном 2022 года. Вроде какие-то работы ведутся, но вот смотришь на такие места, где, как говорится, никто еще не валялся. Еще очень много дел, чтобы привести Лермонтова в идеальный вид. И надеемся, или желаем, чтобы они успели. Хотелось бы этого, по крайней мере. Ну, а там время покажет. И очень волнует непосредственно проблема нефти на пляжах. Это для меня прям вообще такая боль. Не могу понять просто, почему не ищут виноватых, почему не хотят ничего делать и ничего убирать. Это очень плохо. Не забывайте, ВКонтакте Юрий Заровский, в Дзене Яндекс Юрий Заровский. ВКонтакте, кстати, в группу подписывайтесь. И благодарим вам за просмотр. Всего хорошего, друзья. Поделитесь видео с своими знакомыми. Будем благодарны вам.